Рим не перестает удивлять. Истории персонажей, забытые факты, памятники, которые, кажется, сами рассказывают истории, как будто все вчера произошло. Зная, на что обратить внимание, мы получаем интереснейший источник любопытных, курьезных и малоизвестных фактов. О главных достопримечательностях Рима рассказывают все. А мне всегда интересно показать вам новые места, чтобы вы увидели Рим другими глазами. Гуляя по Риму, нужно внимательно и досконально все рассматривать. Эти тайные места подчеркивают скрытую сторону города. Несмотря на то, что о истории Рима говорят во всем мире, Рим всегда показывает новое лицо тем, кто хочет узнать его глубже. И пусть некоторые из вас говорят, что Рим худший город, просто не всем он открывает и показывает настоящее лицо. Еще раз повторю выражение, что красота в глазах смотрящего. Так же, как и печаль, задумчивость, любовь. В глазах смотрящего весь мир. Так что все зависит от нас, каким мы видим мир. Улица и площадь Тор-Моргана, на которой мы были с вами уже неоднократно, находится в двух шагах от площади Венеция. Но попав сюда, вы сразу из современного Рима перемещаетесь в средневековый. Можно за один день побывать в разных веках, пройти из одного столетия в другое. Но не так уж просто найти остатки средневековья в Риме. Они часто спрятаны в зданиях, построенных в более поздние периоды, или находятся в местах, редко посещаемых туристами. Древний Рим, он монументальный, большой. Его сразу видно. Это Пантеон, Колизей, римские форумы, стена Аврелиана, акведуки, термы. Барочный Рим – это дворцы, фасады и интерьеры церквей, фонтаны. А вот средневековый Рим надо уметь найти. Тор-Моргана, Тор в переводе с итальянского, означает «башня». Моргана – это фамилия влиятельной средневековой семьи Рима, у которой здесь были свои дома. Сохранилась башня тех времен, это 14 век, а во дворе справа от башни есть лоджия с арками, это уже 15 век. Рассмотрев здание, можно увидеть герб семьи и различные уцелевшие фрагменты того времени, которые сейчас встроены в здание. Два фрагмента встроены между входной дверью и окном на первом этаже. Один изображает орла, а другой – цветочный мотив. Сегодня выходной и дворик закрыт, а в будние дни двери открыты и туда может заглянуть каждый любопытный турист. Это тихая улочка Монтанара. Это сейчас она тихая, а раньше это была шумная площадь Монтанара, где собирались крестьяне, приехавшие с окрестных деревень Рима. Попробую объяснить название площади. Монте в переводе с итальянского – гора, Монтанара – горный. Еще людей, спустившихся с гор, называли и до сих пор называют буринни. Бурро в переводе с итальянского – масло. Буринни – это люди, которые пасли в горах скот, готовили масло и привозили его продавать в Рим. Но есть и вторая версия названия этой площади. В 15 веке была семья Монтанара, в честь которой и назвали площадь. Каждое утро эта площадь превращалась в место, где одновременно пахло навозом, продуктами и сеном. Это был очень живописный и живой квартал. Сюда приезжали люди из сельской местности, привозили тюки сена, навоз, продукты питания, все, что можно было продать. Вся сельская иерархия была представлена здесь. Здесь же собирались люди, которые искали сезонную работу, грузчики, садовники. Они даже ночевали на площади, ожидая, когда наймут их на работу. А ранним утром с лопатами и мотыгами на плечах, распевая песни, расходились на работу. Римская бедность облепила руины театра Марцелла, портика Октавии, и изъеденные временем колонны этого портика навсегда соединились в памяти с видом пыльной народной площади Монтанара, на которой толпились крестьяне с Альбанских гор и пастухи. Ну и, конечно же, когда такое скопление людей, на площади были странствующие и импровизированные магазины, сделанные из табуретки, а некоторые из фермеров торговали своим товаром прямо с телег. Учитывая бедность людей, которые приезжали сюда, здесь можно было купить дешевые продукты и сэкономить деньги.
Свое место на площади занимали и цирюльники. На итальянском это барбьеры. В то время были очень популярны барбьеры делла милучия. Это цирюльник, который клал в рот клиенту маленькое яблоко, чтобы растянуть щеки при бритье. А последний клиент дня мог съесть это яблоко. Эта площадь была очень популярная. Ее запечатлели в гравюрах, картинах, ее описывали в поэмах, например, Джузеппе Белли. И оттуда мы узнаем, что на площади была живая достопримечательность. Сантачча ди Пьяцца Монтанара. Так звали проститутку с добрым сердцем. Вы уж меня простите, но в средние века в Риме было очень много проституток, о которых я еще не раз вам буду рассказывать. В Риме того времени быть проституткой часто было вынужденным выбором бедных девушек, чтобы немного заработать. Не все они были прекрасны на лицо, но с круглыми формами. А это были вкусы клиентов того времени. Сантачча была популярная проститутка. Это не вымышленный герой, а реальный человек. Приехала в Рим из маленькой деревушки. Она так прославилась умением общения со своими клиентами, что даже вошла в историю. Долгое время эта площадь была живой и шумной. Все это исчезло после того, как начались раскопки между портиком Октавии и театром Марцелла в 1926 году. Театр Марцелла был первым из античных построек, освобожден от средневековых пристроек. Работы здесь проходили уже при Муссолини. Шумная площадь превратилась в тихую улочку, которую теперь все проходят мимо. Пока я заканчивала рассказ, перешла на другую улицу. Она небольшая и приведет нас в удивительный уголок Рима. Античные колонны, встроенные в здание. Вода из питьевого фонтанчика бежит, и никто ее не закрывает. Как в античном Риме. Сразу же в глаза бросается башня, строительство которой датируется 13-14 веком. Непередаваемая атмосфера в этом месте. Башня построена из кирпича и соседствует с портиком Октавии, который был построен императором Августом в 30-х годах до нашей эры. Портик занимал огромную площадь, но это все, что от него осталось. Там были две библиотеки, латинская и греческая, а также курия, где собирались сенаторы. Соседствуют средневековый, античный и современный Рим. Вот такие чудеса встречаются в Риме. Здесь же находится церковь, которая была построена в 12 веке. И в этой же церкви проводились принудительные проповеди в период гетто. Прислонившись к парадному входу портика Октавии, этот средневековый дом, называемый башней Фурниката де Грасси, выглядит просто великолепно. Обязательно сделайте здесь пару снимков. Когда я гуляю с туристами, мы иногда устраиваем здесь целую фотосессию. Портик Октавии был одним из самых монументальных зданий времен Августа. Так это место выглядело в средние века. Вот сейчас мы проходим через арку и попадаем в сердце еврейского гетто. Как видите, Рим оживает после карантина. С этого места портик Октавии во всей своей красе. Справа у нас находится театр Марцелла, а там в глубине площадь Монтанара и прилегающие к ней улицы. В средние века Рим был меньше, чем сегодня. И простирался вдоль Тибра. В районе Трастевери на другом берегу реки до сих пор сохранились церкви и жилые дома, построенные в средние века, но туда мы пойдем позже. Про историю образования острова Тиберина трудно сказать однозначно. Он окутан легендами. Когда римляне прогнали последнего царя Тарквиния Гордого,
По преданию, они бросили в реку сжатые колосья с его поля. Время шло. Колосьям прилипла грязь и ил, и образовался остров. Но это не единственная версия. В 293 году до нашей эры в Риме была страшная эпидемия чумы. Обратились к предсказаниям Кумской Сивиллы, согласно которым для избавления Рима от чумы следовало построить храм в честь Эскулапа, бога врачевания и медицины. Для этого нужно было привезти из Греции змею и статую божества со священным жертвенником Эскулапу. Для этого снарядили в плавание корабль. Все прошло успешно, и когда уже корабль вернулся в Рим и вошел в городскую гавань, священная змея Эскулапа уползла с корабля и уплыла на остров, где и исчезла. Это было воспринято как знак, и храм Эскулапа построили именно там. Чума ушла, а остров Тиберина превратился в священное место. Берега острова покрыли белым травертином, чтобы придать ему большее сходство с кораблем. Вот тут и возникает третья версия возникновения острова Тиберина. По ней Тиберины и есть тот самый корабль, на котором возвращались из Греции римляне со змеей. Змея здесь сползла в воду, а корабль тотчас же превратился в остров. До наших дней храм Эскулапа не сохранился, и никаких следов храма до сих пор не обнаружено. Но археологи уверены, что он находился точно на том месте, где сейчас стоит базилика святого Бартоломео. Остров продолжал принимать больных и в средние века, да и сейчас здесь находится больница с названием Фате Бене Фрателли. «Братья, творите добро», которая работает с 1584 года. Мост Фабричио соединяет остров Тиберина с набережной. Римляне звали этот мост Иудейским, за близость Гетто, но более распространенное другое название – Понте дей Куатро Капи, или мост четырех голов. Со стороны набережной установлены два небольших столба, на них находятся головы. В древности они отмечали границы владений и считались охранителями дорог. Но есть и другая версия. Согласно ей, четыре архитектора, которые работали над этим мостом при папе Сиксте V, постоянно ссорились и ругались и не могли прийти к единому мнению. Сикст V был очень суровый и велел их казнить. Именно об этом напоминают головы, которые навеки отвернулись друг от друга. Мост Фабричио – один из самых древних мостов Рима. Он построен в 62 году до нашей эры куратором дорог Луцием Фабрицием и носит его имя. Большие буквы, которые мы видим на арках, как раз об этом говорят. В IV веке мост был перестроен, на его ремонт пошли травертиновые блоки из театра Марцелла, а в XIX веке его немного удлинили, но постарались сохранить старый материал. Спуститесь вниз, рассмотрите его поближе. Проходя с моста Фабричио на остров, мы видим башню. Это все, что осталось от замка рода Каэтани, которые контролировали остров в средние века. Башня была построена в X веке. Каэтани покинули это место из-за частых наводнений. В XI веке она была папской резиденцией. Хотя папа прожил здесь всего лишь несколько месяцев, это место помнят как его резиденцию. Сегодня башню часто называют как Торре делла Пульзелла из-за маленькой мраморной головы молодой женщины, установленной в кирпичном фасаде башни. А вы обращали на это внимание? В средние века такие башни были резиденциями аристократических семей. В Риме их было очень много. На протяжении многих лет многие из башенных домов пострадали от землетрясения или были снесены. Так как в эпоху Возрождения утвердился стиль жилого здания, и башни были включены в новые здания или полностью разрушены. Фреска Мадонны, XIII век. Сначала она находилась здесь, на улице. Легенда гласит, что во время наводнения в 1557 году Тибр вышел из берегов, вода поднялась так высоко, что затопила образ Девы Марии.
но он был виден даже под водой, потому что его подсвечивал небольшой масляный фонарик, который продолжал гореть во время потопа. Церковь расценила это как чудо. Мадонна была переименована, и теперь она называется «Мадонна с лампой». Ее перенесли в церковь, а здесь находится копия. Традиция острова как место лечения не закончилась концом храма Эскулапа. В XVI веке здесь был построен госпиталь «Фате Бене Фрателли» – «Творите добро, братья», – гласит название госпиталя. «Творите добро самим себе», – призывал основатель ордена святой Иоанн, собирая милостыню для нуждающихся. «Делайте хорошо, братья» – это было приглашение заниматься благотворительностью, но также и для души. Госпиталем управляют монахи ордена бонифратров. Бонифратры всегда занимались уходом за больными и ранеными. В 1944 году, когда город оккупировали немцы, то монахи-бонифратры бесстрашно оказывали помощь евреям из соседнего гетто и даже прятали их у себя. А в 1982 году, когда террористы напали на евреев, выходивших из синагоги, братья также первыми пришли на помощь раненым. В XVIII веке больница была расширена и работает даже в наше время. А на углу больницы есть аптека, которая также работает с тех времен. Зубная боль в конце XIX века не была большой проблемой, потому что на острове Тиберина монах открыл стоматологический кабинет, который находился между мостом Фабрицио и входом в церковь. Фра Джованни Батиста Орсиниго, так звали монаха, приобрел известность благодаря тому, что он удалял зубы без использования инструмента. Он удалял их своими сильными руками, которые каждое утро тренировал, поднимая тяжелые предметы. Зубы, вырванные монахом, были найдены в 1903 году в трех коробках, которые хранились в задней части клиники, где он работал. За более чем 30-летнюю деятельность он удалил 2 744 зуба. Только один зуб избежал его коллекции. Папа Лев XIII не захотел отдавать ему свой вырванный зуб, а сказал, что найдет для него более достойное вознаграждение. Его клиника была бесплатна и работала целый день. Поэтому весь Рим с распухшими щеками от зубной боли шел именно на остров Тиберина. Он удалял зубы и папе Римскому, и редактору газет, который потом назвал его кузнецом острова. Он не брал деньги, но охотно принимал пожертвования для нуждающихся. Собрал хорошую сумму и с помощью папы Льва XIII, который не отдал ему вырванный зуб, построил больницу для бедных в городке Неттуно. Именно здесь, в этой больнице, монах вышел на пенсию, сильно заболел и умер. Его нашли в комнате мертвым вместе с тремя коробками зубов. Имя Фра Джованни Батиста было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Помните, я рассказывала про возникновение острова Тиберина, что остров и есть сам корабль, на котором римляне возвращались из Греции со змеей? Посмотрите, нос корабля немного потрепан временем, но виден и сейчас. Он сделан из белого травертина, и даже можно рассмотреть змею, которая стала символом медицины. Рядом с островом есть остатки от самого старого моста Рима. Сначала он был деревянный, а каменным его построили уже во II веке до нашей эры. Он соединял Бычий форум с районом Трастевери. В XVI веке этот мост пострадал от наводнения. На сегодняшний день от него осталась всего лишь одна арка посередине. И называется этот мост Понте Ротто – «Сломанный мост». Если присмотреться, то слева можно увидеть отверстие в набережной. Это выход знаменитой Клоаки Массима. В нее поступали все нечистоты Рима, а потом выходили в Тибр. Вот так иногда бывает. Собиралась пойти прогуляться по району Трастевери, а задержалась почти на 2 часа на острове Тиберина. Но зато рассказала вам о самых известных историях этого острова. Теперь, прогуливаясь по нему, вы будете знать, на что обращать внимание. А сейчас я предлагаю вам пройтись вместе со мной по Трастевери. Не все еще рестораны и магазины открыты после карантина, но атмосфера здесь уже живая и почти такая же, как и до карантина. Если на барочных площадях Рима еще пустовато,
то здесь местные жители уже назначают встречи, гуляют и ужинают вместе.